Сейчас по всей стране проходит экономическая перепись бизнеса. Проводится она раз в 5 лет. Мероприятие это обязательное, и отказаться от него нельзя. Сейчас в малом бизнесе региона занято более 70 тысяч человек. Отчеты нужны государству, чтобы изучить состояние бизнеса и разработать варианты его господдержки. В рамках данного обследования нам предстоит переписать, собрать отчеты почти 25 тысяч респондентов, как раз вот представителей малого и среднего предпринимательства. Это почти 7,5 тысяч юридических лиц и почти 17 тысяч индивидуальных предпринимателей. К настоящему моменту уже более 82% организаций, это и малые, и микроорганизации, уже представили сведения о своей деятельности. Ну и почти 70% индивидуальных предпринимателей тоже уже отчитались в органы статистики. Анкета для предпринимателей состоит из 3 пунктов. Общие сведения, основные показатели деятельности и основные фонды. Подать сведения можно несколькими способами. Традиционно на бумажном отчете, так и в электронном виде. Например, через портал госуслуг, на едином портале Росстата. Можно отчитаться, воспользоваться для отчета услугами спецоператоров связи. Ну и, конечно, органы статистики, понимая ситуацию с COVID-19, ну, с действием ограничительных мер, в порядке исключения принимают отчеты даже по телефону. Срок подачи данных заканчивается 1 мая. Непредоставление предпринимателями информации в рамках переписи расценивается как административное правонарушение и может повлечь за собой штрафные санкции.